На мое имя, как главы города Брянска, поступило заявление от главы Брянской городской администрации Смирнова Сергея Михайловича с просьбой о досрочном прекращении полномочий в связи с уходом на пенсию. В соответствии с уставом и регламентом Брянского городского совета народных депутатов, в ближайшее время будет назначена внеочередная сессия городского совета, который рассмотрит заявление Сергея Михайловича Смирнова, примет по нему решение и будет назначен исполняющий обязанности главы Брянской городской администрации.